случай. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как видите, мы находимся в самой современной студии, которая, конечно же, находится на российском телевидении. Приятно осознавать, что она оборудована по последнему слову техники. Будьте добры, заставочку повыше. А? Спасибо. Сегодня мы вам покажем наш новый фильм, который называется «Маски в Германии». Честно говоря, мы вовсе не собирались снимать этот фильм, и тем более путешествовать по этой стране. У нас были несколько другие планы. Но после показа «Маски в Колумбии», «Маски в Японии», к нам поступило очень много заявок, чтобы мы побывали в таких странах, как Великобритания, Франция, Голландия, Соединенные Штаты, Австралия, Багамские острова, Канарские острова, остров Пасхи и в Антарктиде. Я обещаю, что все ваши пожелания мы выполним и побываем во всех этих странах. Но в Антарктиде, я думаю, мы не сможем снимать кино, потому что там сейчас... потому что там сейчас эпидемия ящера, а у нашей съемочной группы нет прививок от этой замечательной болезни. Что еще? Повыше чуточку. Спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, в последнее время мы получаем очень много писем. Нам присылают прекрасные рисунки, анекдоты, стихи, присылают даже свои сценарии. Недавно мы получили несколько любительских видеокассет с очень забавными историями. И нам в голову пришла замечательная мысль сделать декабрьское шоу и посвятить его вашим работам. Показать там рисунки, стихи, ваши видео. И я думаю, что у вас еще есть время, и вы можете присылать нам письма, бандероли, посылки по адресу. Город Одесса, улица Роза Люксембург, 15. Кстати, я вчера посмотрел «Джентльмен-шоу», которое еще не было в эфире, а я его уже посмотрел. Шоу удивительное, ну смешное такое. Я там смеялся, я со стула падал просто. Ну молодцы, ребята, оно выйдет через 2 недели. Что у меня? Я прошу тебя. Thank you.
так.
Bitte schon.
Кишон? Питешон. Биттешон. Я.
Лети! Сейчас, лети! Ein Moment. Hammer!
Пойдемте. Вот это вот я последний, да вот это чихать, вот я. Шмаски, это... понимаешь? Ну как это, старик, ну это время, ну это моя заставка, она у меня каждую субботу выходит в эфир. Не, ну кончай. Так, ну все, я тебе договорил, так все.